чопорный и холодный танец с подушечками в балете Сергея Прокофьева «Ромео и Джульетта» противопоставлен наивному и чистому танцу Джульетты не случайно. Эта сцена как бы предваряет основной конфликт балета. Определить место танца с подушечками в общей драматургии спектакля помогло балетмейстеру Леониду Лавровскому знание танцевальной культуры прошлого, а точнее стилистических и выразительных возможностей средневекового Бранвия. Но знание исторических танцев важно не только для балетмейстера. Оно также важно артисту балета для создания содержательного хореографического образа. Изучение историко-бытовых танцев воспитывает чувство стиля различных исторических эпох, развивает художественный вкус и артистичность. В хореографическом училище историко-бытовой танец – одна из профилирующих дисциплин комплексного обучения. В первом, втором, третьем классах учащиеся осваивают элементы, общие для историко-бытовых танцев, изучают простые танцевальные комбинации и некоторые танцы, готовятся к практике на сцене театра. Наш фильм расскажет о преподавании некоторых наиболее сложных элементов и танцев в младших классах. Достижение танцевальности, пластичности, координации исполнения, а также первоначальных навыков общения партнеров в значительной степени зависит от умения педагога точно показать и тщательно проработать с учащимися танцевальные элементы. Первый год обучения. Корпус учащихся подтянут, плечи опущены вниз. Голова держится прямо и даже несколько выше, что создает определенный стиль и манеру в исполнении танца. Спина должна быть прямая, без прогибов. В историко-бытовом танце применяются те же, что и в классическом, три позиции рук, но они всегда более низкие. Есть еще одна позиция, основная для историко-бытового танца. Руки отведены от тела на 25-30 градусов. Почти прямые, но не вытянутые. Кисть продолжает общую удлиненную линию руки. Пальцы сгруппированы по принципу классического танца, только менее округлые. Девочки могут держать кончиками пальцев края танцевального платья так, чтобы рука от плеча до пальцев была закруглена. В начале учебного года, когда ученику еще не удается держать хорошо корпус, целесообразно применять положение рук на талии сзади. В историко-бытовом танце используется первое, вторая, третья и четвертая позиции ног классического танца. Но они менее выворотные. Основными позициями ног в историко-бытовом танце являются первая и третья, а вторая и четвертая используются как проходящие. В реверансах четвертая позиция сохраняется точно. В танцевальном шаге нога ставится вначале на носок, а
затем плавно опускаются на всю ступню, в отличие от бытового шага, в котором нога ставится на пол с пятки на всю ступню. Носки вытянуты и слегка разведены в стороны. Исполнение танцевального шага вперед и назад на различные музыкальные размеры вырабатывает музыкальную ритмичность учащихся. При этом можно делать шаги на каждую четверть, на каждые две четверти, на весь такт, или чередовать их, делая остановки. В танцах часто применяются танцевальные шаги на невысоких полупальцах, легкие и изящные. При исполнении реверанса необходимо следить, чтобы центр тяжести распределялся на обе ноги во время исполнения плие по четвертой позиции. Поклон и реверанс разучиваются на разные музыкальные размеры, в характере разных танцев. Поклон и реверанс исполняется с чувством достоинства и уважения к человеку, которому он адресован. Их назначение разнообразно. Они используются как приглашение к танцу, как приветствие, как выражение благодарности за танец, как элемент танца. Паглиссе. Изучение паглиссе целесообразно начинать с исполнения танцевального шага без отрыва вытянутого носка от пола. Скольжение носком по полу делает этот шаг более длинным, мягким и плавным. Необходимо следить за плавностью перемещения центра тяжести на ногу, делающую скольжение. Ноги выворотные. Скольжение делается носком, а не подушечкой стопы. Левая нога плавно подтягивается в третью позицию, не отстает от ноги, начинающей шаг. Па-элеве. Важно обращать внимание на одновременное поднятие на полупальцы опорной ноги и скольжение по полу, работающие через вторую сокращенную позицию с вытянутым подъемом. В конце исполнения по элеве ноги смягчаются. Во время исполнения по элеве голова должна быть повернута к ноге, меняющей позицию. По шоссе. Необходимо добиваться, чтобы все движения были скользящими, слитными, плавными. Ноги выворотными. Центр тяжести плавно перемещался в сторону ноги, начинающей движение. Формы шоссе. Формы шоссе
являются подобием экзерсисов в курсе первых лет обучения. Вырабатываются легкость, изящество и свобода передвижения, которые составляют основной закон бальных танцев прошлого – кадрили, шакона, гавота, лансье и других. Изучение форм шоссе подготавливает учащихся к исполнению следующих, более сложных танцевальных комбинаций. Необходимо следить за легкостью и мягкостью движения, за выворотностью ног, за правильностью чередования плавного покачивания корпуса из стороны в сторону и легких наклонов головы в сторону, за руками. Корпус и голова делают наклон в ту сторону, куда начинается движение. Шаг в сторону делается длинным. На счет раз левая нога должна приходить в положение серле-кудепье. Па-балансе с поворотом исполняется так же, как и на месте. На счет раз учащиеся поворачиваются на полупальцах опорной ноги на 45 или 90 градусов. Комбинированные движения, включающие балансе, реверансы и поклоны, должны исполняться танцевально, сохраняя смысловой характер поклона. Па-де-баск. Нога, начинающая движение, скользя носком по полу, должна делать четверть круга до эфасе. Голова сопровождает движение. Все движения легкие, слитные, без резких подъемов и опусканий. Ноги выворотные. В конце исполнения па-де-баск колени свободные. Освоив танцевальные элементы, переходит к изучению простых комбинаций и танцев. Полонез. Первый, второй и третий год обучения. В паре девочка стоит чуть впереди. Исходное положение ног – третья позиция. Их руки соединены. Локоть девочки не должен лежать на руке мальчика, а только ее кисть находится сверху. Соединенные руки должны быть всегда ниже уровня плеча девочки. Корпус слегка повернут к партнеру. Лица танцующих обращены друг к другу. Это положение сохраняется на протяжении всего танца. Па-полонезе легкие и плавные. Исполняется, не отрывая сильно вытянутый носок высоко от пола, но и не шаркая по полу. Ноги выворотные. Голова держится прямо, чуть приподнята. Торжественность в исполнении полонеза достигалась
строгой подтянутостью корпуса, горделивой осанкой, легкими ритмическими шагами, чередующимися с плавными приседаниями, подчеркнутым вниманием к даме. Полька. Первый и второй год обучения. Все па польки исполняются выворотными ногами, на низких полупальцах, небольшими стаккатирующими шагами. Подскок должен быть небольшим, иначе движения будут грубыми и не отразят характер музыки. При исполнении бокового па польки необходимо следить, чтобы движения ног выполнялись точно в сторону, выворотно, соблюдая третью позицию, чтобы нога доходила до невысокого сюрлику де пье. При освоении поворота в польке необходимо добиваться, чтобы он был энергичным, но не резким, без дергания. Положение корпуса подтянутое, спокойное. Поворот в паре делается постепенно и одновременно, начиная с первого шага, так как в паре повернуться труднее, чем одному. Популярность польки, вся ее прелесть заключалась в веселом и живом ритме, в быстрых и легких вращательных движениях танцующих пар. Третий год обучения. В освоении вальса, без построения в пары, необходимо обращать внимание на то, чтобы легкие приседания в конце поворота предельно уменьшались, колени смягчены. Все движения должны быть плавными, легатирующими. Шаги небольшие, при повороте энергичные. Корпус подтянут, голова поворачивается на счет раз. Стоят лицом друг к другу. Правая рука мальчика лежит на талии девочки. Посередине спины кисть собрана. Левая рука мальчика легко придерживает пальцы правой руки девочки. Недопустимо держать руки ладонь в ладонь. Локоть левой руки девочки слегка опущен. Кисть лежит на кончике плеча мальчика. При исполнении вальса парами необходимо следить, чтобы спина была прямая. Голова должна поворачиваться в сторону движения. Шаги должны быть небольшими, не отрывая носка от пола. Подъем вытянут. Позиции ног выворотные. Второй шаг в повороте энергичный. Танцующие должны выполнять движения одновременно, помогая при повороте друг другу.
при исполнении вальсовой дорожки вперед и назад шаги должны быть небольшими, плавными, не отрывая носка от пола. Характерная особенность и вместе с тем прелесть вальса заключается в непосредственном и плавном кружении танцующих пар. Миньон. Второй год обучения. Характер этого танца очень мягкий, плавный. Темп умеренный. Исполнение этого танца воспитывает у учащихся хорошую осанку, особую плавность движений. Шакон построен на материале минуэта и гавота. Сочетание красивых поз, простота движений и в то же время почти балетная грациозность вырабатывает изящную манеру у учащихся. Очень внимателен к даме, помогает ей при переходе от одной фигуры к другой, находится все время чуть позади нее. Изучение этого танца очень полезно для приобретения плавности и мягкости исполнения, развития танцевальности и координации, так как каждое движение сопровождается изменением положения корпуса и головы. Но следует избегать манерности в исполнении. Стиль танца прост и изящен. Кадриль.
второй и третий год обучения. Французская кадриль построена на формах шоссе. При освоении фигур кадрили важно обращать внимание учащихся на скольжение ног по полу, на характер самого танца. При всех выходах вперед и встречах с партнерами следует делать легкий поклон. Поклониться следует и стоящему партнеру после перехода на его сторону или по возвращении на свое место. Танцующие должны быть очень внимательны друг к другу при подаче рук, расходах и переходах. Следует все время держать в поле зрения своего партнера и пару визави. Третий год обучения. Шаги минуэта маленькие, плавные, на низких полупальцах. Ноги выворотные. Переход от одного движения к другому совершается без всякого перерыва, без рывков и в точном ритме. Мягкие, пластичные, невысокие, дорисовывают позы минуэта. Минуэт обладает чертами танцевального диалога, поэтому движения кавалера носят галантно-почтительный характер. В торжественном, величественном минуэте стремились показать красоту манер, изысканность и грациозность движений. Мазурка. Второй и третий год обучения. В освоении более сложного танцевального материала
необходимо обращать внимание на совершенствование техники исполнения, на умение ориентироваться на сценической площадке, на развитие осмысленности и пластичности исполнения танцев, различных по характеру. При исполнении па-курю необходимо добиваться плавности и легкости движения. При исполнении па-галя нужно энергично выводить ногу вперед, акцентируя удар по полу на счет три. Исполнение танцев учащимися младших классов в спектаклях театра развивает у них навыки сценического поведения. Следующий этап – изучение историко-бытовых танцев XVI-XIX веков. Он связан с работой учащихся над воплощением в танце стиля и характера той или иной эпохи. Преподавание историко-бытовых танцев возобновляется в выпускном классе.